тебе Жан-Клод Ван Дам. Пожалуйста, вам. И еще. А, это сыщики знаменитые. Знаменитые. Ой, боже ж ты мой. Это вымышленный персонаж из «Пиратов Карибского моря». И он здесь красуется. А сзади него почему-то не Луи де Фюнес. Конечно, Луи де Фюнес. Конечно, кто ж что-то. И Андриано Челентано. Ну, вот он, красавец. Ох, красавец. Ну, прям как живой. Чарли Чаплин. Видите, кого-то я все-таки знаю. Это кто? Это кто-то из современных исполнителей. А Вов Заяц. Естественно, что. И это у нас мультяшные герои все. Мультяшные герои. И Штрек, и Человек-паук. И вот она как кто-то. Не знаю, я не всех знаю. Я знаю в основном наших персонажей. А это персонажи все из других, из сказок. Вот они такие интересные. Сказок, из мультиков. Такой-то господин. Видите, все у них все натурально, все настоящее. Волосы настоящие, глаза почти настоящие. Фродо Бэггинс. Хоббит. Хоббит, слышали вы о нем? Так вот он вам, Хоббит. Хоббит сзади из этого же фильма. Смотрим дальше. Никири. Аватар. О, какие страшные, красавишные. Боже, что мы. Вот кажется, что они так за тобой и за Анна Семенович. Кажется, что они. Ух ты! Это все наши уже пошли. Наши актеры. Это этот. Узнаем мы все. Узнаете, наверное, наших певцов, актеров. Смотрим. Выбираем. Глядим. Вот они какие. Все интересные. А, охлобысти. И здесь и ангелы. Вот они, ангелы. Да, экспозиция не очень большая для того, чтобы по стоимости билет. Билет стоит достаточно. Георгий Победоносец. Вот он. Вот Георгий Победоносец. Красное солнышко. Не буду слепить свою камеру. И Собчак здесь, и Горбачев здесь, и Брежнев. Вот все наши руководители. И Николай II, цари. И Никита Сергеевич Хрущев. И Распутин, наверное, здесь. И Петр I. И Ельцин. Ельцина как без него, и Сталин. Вот эти. Сталин и Иван Грозный. Хорошая семейка подобралась. Вот такие вот инвалиды сидят в креслах. Леонардо да Винчи. И он здесь тоже самое со своими шедеврами. Это у нас, наверное, Маргарита, мастер Маргарита. Альберт Эйнштейн. Они полетели. Полетели. Марк Шагал. Только по-настоящему счастливые люди могут летать над городом. На картине «Летящая над городом». Вот так вот. Эта картина, оказывается, «Летящая над городом». И неандерталец. О, боже ж ты мой. Это что-то такое. Вообще не пойму. Ну, что-то из разряда страшного. Так, ну, это вы узнаете, наверное, нашего знаменитого Кличко, по-моему, так ему фамилия. Бьюти МакГрори, американский актер. Это тоже чей-то актер. Ну, не всех я знаю, но это уже какие-то иносказательные персонажи, представители книги рекордов Гиннесса. Вот это кто. Давайте сейчас посмотрим. Ой, господи, с какими они. Трехглазый человек. Цирковой актер. Ой, боже ж ты мой. И это все на самом деле. Франсуа Труиль. Ой, какой рук-то у него. Боже мой, а. Смотрите-ка. Женщина-свинья.
родилась в Исландии, дочь пастора. В 7-летнем возрасте ее лицо странно преобразилось. Вот оно какое лицо стало. А это кто? Джонни Стокер, четырехглазый человек. Боже мой, имел две пары глаз. Расположен друг под другом, мог закрывать любой врач и вращать. Представители книги рекордов Гиннесса. Боже мой, какие страшные. Это самый толстый, наверное. Точно, самый толстый человек. Американец. Самый-самый толстый. Вес 225 килограмм. 15 годам. 170. Позже вес достигал 225 килограмм. Сейчас он весит 970 килограмм. Ой, боже мой. И наслаждаться вкусной едой в огромных количествах. И это уже дико различные носороги, ящеры, динозавры, дико всевозможные представители доисторических времен. Вот такие вот они. О, какие страшные. Страшные и страшные. Вот так вот я вам с вами, дорогие друзья, совершила небольшой экскурс. Вот оно какое страшное-то. О, боже ж ты мой. Боже мой, боже мой, боже мой. Вот Тутанхамон, его гробница. Это опять же, представьте, из мультиков. Анубис, покровитель умерших. Он какой с головой шакала. Это Клеопатра, наверняка. И вот он, человек. Как он называется? Конь, человек, конь. Это все какие-то непонятные. Вообще совершенно непонятные персонажи.